Орешка в Осетии. Где? А вот второй наш ведущий, который... В Карцевом городке. Где мы? Мы находимся в городе Карцево. Это не место для шуток. И это новый выпуск это не... Орла и Решка. Это не место для шуток. Пойдемте туда и проверять. Итак, это прямое общение с... А где вы? Мы находимся сейчас в Даргавсе, в мертвом городке. Что вы можете рассказать об этом месте? Первый раз я его увидела в 1974 году, когда приехала сюда на практику. Да? В 14 веке. Ну, потом видела много-много раз. А последний раз видела 2 года назад, и сегодня я опять здесь. И как вам это место? Я этому очень-очень рада. Как вы собрались провести это лето? Как вам это место? Довольно-таки неплохо. Как вы проводите это? Очень даже приятно. А вам? Довольно-таки неплохо. Очень даже приятно. Людям нравится. Люди настроены. Мама, мама! Мама, тебе хочу сказать. Какой отзыв об этом месте? Место поистине уникально. Если вы подниметесь выше, вы увидите обзор ближайших окрестностей, пойму реки. От кого у вас костюм? У меня костюм... От Мани. Сколько стоит ваш лук? Нет, это у меня костюм от Филиппа Плейна. Дальше так. Здравствуйте. Ваш лук? Мой лук? Да. Аутфит. Лук это поля или лук с едой? С едой. Ну это 22 рубля. Как вам это место? Очень, очень, очень колоритно. Стихотворение 14 века в Осетии. Вот эти захоронения относятся к 14 веку. Сейчас начинается документальный фильм. Что вы рассказали? Да, я говорю, зубы острые, с ними не поиграют. Это щенок. Это щенок. Можно ли ей кушать? Щенок. Вон туалет, чекай, чеки. Стараюсь, а где туалет? Да. Я говорю, это туалет, и даю инфу, это туалет. Ну что, вот женский, вот мужской. Вот женский, вот мужской. А где равноправие? Что это было? А? Ну, сейчас. Что вы хотите? Колокольчик. Это второй выпуск «Орла и Решки», и сегодня я золотой картой приехала в свой отель, который был построен в средние века. Итак, тут нас встречает никто, и дальше тоже никто. Тут такая прикольная, прекрасная садовая инсталляция. Вот фамилия тут жила, Хатсири. Вот, а вот и мы дома. Пройдемся, посмотрим. Есть. Ну, в общем, это мои личные апартаменты. VIP, поэтому нейтральный дом, Бог покарает. Идем дальше. Заул. А вот мой менеджер. Эрик, мама что-то кричит. Эрик, мама что-то кричит и зовут. Вот, идем показывать. Куда? Мой номер. Идем показывать. Сегодня мой номер. Туда. Ребята, аккуратно, здесь вот. Нет. А вот и мой торт. Какая красота! Вот тут я буду спать на огромнейшей кровати. Ну а вон там бассейн, свой личный, вон там вот. Вон, все есть. И вон столовая огромнейшая, кровать огромнейшая. Вот, столовая — это все поле. Понимаешь? Вот это точно.